тогда я вместе с вами быстренько отрепетирую припев. Что? Нет, ну выпить, конечно, можно, но чуть по-другому, чуть-чуть. Припев будет звучать так. Забрали верхние воздуха. Конечно! Турция! 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 Хорошо, ребят, ты будешь главным посолистом. Сейчас еще нужно найти девушки. Девушки, не стесняйтесь, выплевывайте жвачки или аккуратно их молодому человеку за ухо. И тоже, сейчас одни девушки, пожалуйста. Конечно! Вася! 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 Мужики, можете не петь. Девчонки, здесь то, что надо, я так понимаю, правильно? Конечно, Вася, исполняю куплет я. Девушки клуба 140... Уже 100. 88. Исполняют припев. Честно ли делаем руку так? Лицо. Еще с ровным движением руки. Степ, да? Люди, которые не могут встать из-за того, что объелись, тоже руки вверх. Не-не-не, вы стойте, вот те, которые сидят за столами. Молодцы. Я понимаю, что у вас сегодня праздник. Извините. Ваши тосты все равно никто не слышит. Поэтому руки вверх. Скривите лицо. И аккуратненько выйдем, да? И вот здесь люди за заказанными столиками тоже вас касаются. Все, у кого не хватило денег, на столики нормальные. Давайте тоже сами. Приготовились? На старой курсе.
небольшая прочистка кармы. Кстати, можете поесть пока в эту паузу небольшую. По крайней мере, загрузить в рот то, что у вас лежит на